Старшие вожатые из 17 загородных детских оздоровительных лагерей в Омской области проводили трудовое лето фестивалем. На территории лагеря «Русский лес», что в Чернолучинской зоне отдыха, в 9-й раз собрались молодые и энергичные педагоги. «До свидания, лето» – так называется традиционный фестиваль, который призван объединять молодых специалистов, работающих с детьми, помогать обмениваться опытом и просто общаться. Вожатые первый год работаю. Раньше 14 лет я ездила пионеркой, сейчас собралась вожатой. Было достаточно сложно, конечно. Ну, мне дети попались очень хорошие. Вот. Хорошо провела, все живы-здоровы. Слет, ну, я первый раз также на слете никогда не была. Это довольно-таки интересно, что лучшие вожатые меня выбрали, и я приехала сюда. Невозможно жить без детей, потому что вроде иногда кажется, вот уже все, сил нет, и уже отдохнуть бы хочется, и отпуска хочется. Все-таки лето – это вот время отпусков. А потом уже как-то не хватает кого-то заряда бодрости, энергии, который как раз идет от детей. И вот видишь их, там, не знаю, вот бегают где-то рядом, что-то там с ними творишь, что-то все время там делаешь, придумываешь. И вот эти эмоции, они вот переполняют, и хочется постоянно вот этого заряда. Ну вот, наверное, поэтому и едем туда из года в год. Лето прошло вообще замечательно. Правда, не получилось позагорать. Это единственная проблема. А так все прошло классно. Вожатый, ну, потому что я вообще давно работаю с детьми, с 18 лет уже работаю и люблю с ними возиться как бы совсем. Обычно занимаюсь, я тренирую детей, я танцую хип-хоп, у меня своя студия, а летом я работаю по лагерям. В рамках фестиваля делегации представили поделки, газеты, наглядные пособия, полиграфическую продукцию, методические разработки, фото и видеолетописи. Прошел также конкурс вожатского мастерства. Сегодня мы собрали вожатых, лучших вожатых детских загородных оздоровительных лагерей на фестиваль. И очень приятно, что 17 лагерей сумели прибыть к нам на фестиваль. Здесь они поделятся опытом работы, расскажут о своих успехах, о достижениях, расскажут, как они участвовали в областном смотри-конкурсе «Лето детям». И на основании этого потом будут подведены итоги этого областного смотра-конкурса. Более 29 тысяч детей отдохнули в этом году в загородных оздоровительных лагерях Омской области. Программы, которые намечены были, они исполнены. В целом оценку мы даем хорошую проведению воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях.